Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы побеседуем на тему модификации в World of Warcraft в обновлении 9.1. Есть различные модификации, само собой, которые нам помогают как-либо, которые упрощают наш геймплей и которые подсказывают, например, куда нужно пойти, чтобы сделать какое-нибудь достижение. Но сегодня речь пойдет именно о тех модификациях, которые помогут нам в поиске различных редких существ, а также в поиске сокровищ. Я хочу предложить вам замечательных 4 модификации, которые реально в этом помогут. И я им пользуюсь, и люди на стрим заходят, спрашивают: «Максим, что за модификации? Подскажи, расскажи». Ну, я думаю, почему бы не сделать такой видосик и вот все рассказать. Сегодня именно такой прям наплыв этих вопросов был. Не мудрено, сегодня воскресенье, люди отдыхают, играют и занялись правничками. Откроем давайте список модификаций и все посмотрим. Первая модификация — это Handy Notes. Handy Notes показывает нам в виде черепков, где находятся различные рарники. Это отображается как на обычной карте, так и на мини-карте. То есть, если мы наведем на такой черепок, нам будет написано, что это за моб, что для этого требуется, как его спровоцировать и, возможно, для какого достижения нужен этот мобчик. Ну, а также, что с него еще падает. Это реально классно, это круто, это просто замечательно. А далее, следующий аддон. Следующая модификация — это Tomcat Tours. Tomcat Tours помечает в виде звездочек на большой карте, на мини-карте различных рарничков. Сейчас я выберу слайд-шоу, и это будет видно. Маленькая карта в правом нижнем углу открывается с помощью комбинации клавиш Shift-M. И с помощью модификации Tomcat Tours будут показаны все эти звездочки. Галочки — это уже убитые рарники, на которых нам вообще не стоит обращать внимание. Следующая модификация — это TomTom. TomTom показывает нам координаты, а также делает стрелочки, которые пригодятся нам чуточку в будущем. А последний аддон, который я посоветую, это RAR-сканер. Сканер мини-карты визуально оповещает вас с помощью кнопки и миниатюры, а также воспроизводит звук каждый раз, когда на мини-карте появляется редкий NIP — сокровище, сундук или событие. Сейчас побегаю, покажу, как это все вообще выглядит в целом. Модификация RAR Scanner засекла подчиненного защитника. С целью того, чтобы нарисовалась стрелочка, мы кликаем по появившейся полосочке, и вот у нас стрелка появляется от модификаций, которые у нас уже установлены. Нарисована стрелочка вперед, да, то есть получается 37 ярдов. И модификация Tomcat Tours делает нам красную звездочку. Мы прекрасно понимаем то, что тут находится рарник. Вступаем в бой, убиваем его и лутаем то, что нам нужно. Думаю, эти модификации помогут вам в поиске рарников, в поиске сокровищ и сократят время поиска их, и реально вы ускоритесь в корте, также в утробе и в каком-либо другом контенте. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Также закину название этих модификаций и ссылки на их скачку. До скорого!